О метеопрогнозах на среду расскажет вам Небесная канцелярия. Вас приветствую я, Мария Некрасова, и наш спонсор – стоматологический центр «Престиж Дент». «Престиж Дент» предлагает услуги современной хирургии, где проводится имплантация зубов, костно-пластические операции, восстанавливающие утраченную костную ткань, все виды амбулаторных операций. Пародонтальная хирургия – это операции, направленные на лечение десен, целью которых является восстановление десны при оголении корня зуба, создание недостающего объема костной ткани и укрепление подвижных зубов. «Престиж Дент», Октябрьская, 3. 31 января, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью минус 13, днем до 10 градусов мороза. Облачно, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного повышаться и к вечеру составит 756 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 31 января – день Афанасия Ломоноса, или же день афанасьевских морозов, таких, что ломит нос. Если метель, нужно ожидать продолжительной весны. В полдень солнца, значит, весна будет ранняя. Сережки у луны к пурге и морозу. Чистый закат солнца в морозную погоду говорит о том, что в ближайшее время теплее не станет. А я напоминаю, спонсор Небесной канцелярии – стоматологический центр «Престиж Дент». Весь спектр стоматологических услуг. «Престиж Дент», Октябрьская, 3. На этом все. И помните, что в морозные зимние дни теплыми бывают не только чай, перчатки и одеяло. Не забывайте говорить добрые слова тем, кого вы любите. До завтра!